Добрый вечер. В нашей пресс-конференции принимает участие главный тренер и гранты сегодня команды. Юрий Владимирович. Юрий Геннадьевич. Ну, хотел бы сказать большую благодарность всем ребятам, которые были сегодня на игре. В общем-то, вышли из тяжелого положения, еще заработали. Собрали вещи и заработали по буллетам. Благодарен за хорошую самоотдачу, самоотверженность. В общем-то, противник очень сильный, и эти два очка, они очень работосотные для нашей команды. Я хочу поздравить Витязь с победой, молодцы. Наказали нас, и вообще-то надеюсь, что этот урок нам на пользу пойдет. Как это говорится, это не наш стиль, не наш метод. Мы будем возвращаться к своей игре, если впереди у нас соперник очень серьезный, мы будем готовиться к этой игре. Ну и надеюсь, такое не повторится. Пожалуйста, вопрос. Лен Геннадьевич, в начале матча болельщики Витязя кричали ваше имя. Вы все-таки как бы легенда Подольск. Что вы можете сказать о команде Витязя? О команде Витязя я могу сказать только самое хорошее. Ну а все-таки как вы уроженец Подольска, все-таки вы родились в этом городе. Пару слов для болельщиков. По-моему, на допинг-контроль нужен. Пожалуйста, еще вопрос. С чем все-таки связываете потерю концентрации, которая была уже такой счет, вроде как. Потом три выхода 1-0 в прошлом сезоне, вообще два мы считали выхода 1-0. Я же сказал, что не наш стиль. Будем возвращаться. Но длинный перерыв не сказался как-то на команде. Скажу одно. В общем-то, я думаю. Я боюсь согласиться. В общем-то, мы неплохо начали и хорошо двигались. И все давалось. Вот. Ну, не знаю, видимо, всех игр не выиграешь. Пожалуйста, вопрос. Чем связано замена молодого Кадаряна на булитный сегодня? Спасибо. Столкновение. Благодарю вас.